Александр Георгиевич, Борис Севолович, учителя, студенты, мы поздравляем вас с пятилетием, юбилеем гуманитарного округа университета. Учителям мы желаем мудрости, терпения, ученикам любознательности и тоже терпения в постижении истин, здоровья этому начинанию. Надеемся, что размах его за 5 лет, один за 10 лет утроится, а за 15 лет удесятерится вот в такой геометрической прогрессии. Жаль, что мы в этот день не сможем быть вместе с вами в зале, потому что будем на съемках. Я в Таджикистане, Лариса на Кавказе. Но знаете, что мы с вами. Очень хорошо, что в это, на мой взгляд, сугубо бездарное время находятся люди, которые строят школы, строят университеты, вкладывают средства в своем районе, в маленьких детей, в подрастающее поколение. Если бы все так делали в нашей стране, мы были бы счастливее, умнее, сытнее, вот, больше бы улыбались. Делали бы больше хороших фильмов, хорошее телевидение, писали бы книги и думали только о семье, а не только о хлебе насущном. Вот замечательно бегают ребята. Но вот эти филонят это. Я хотела бы сказать, что, конечно же, очень важно, какие вырастут наши дети, какими они будут гражданами. Какое будет у нас общество, это зависит от того, кого мы воспитаем. Поэтому мы желаем вам на общее воспитание больших успехов. И нашим детям мы желаем стать настоящими россиянами, добрыми, хорошими, отзывчивыми, честными, трудолюбивыми людьми. И надеемся, что планета знаний именно эту функцию и несет. Поэтому желаем вам успеха. Будем с вами, будем помогать, поддерживать. Дай вам Бог сил.